сейчас или никогда! Салазар! Приятно тебя видеть! Где был? Так... Готов использовать взломанного дрона, сектор! Адмирал, мы захватили вражеские СОК-Т. Бросим удар с воздуха и эвакуацию. Ответ отрицательный, командир. К вам направляется весь сраный состав сил самообороны. Так, через город можно уйти несколькими путями. Используйте дронов, чтобы расчистить путь для СОК-Т. А если они доберутся до нас раньше? Молитесь, что вы не были в хорошем расположении духа. Расчисти нам путь, сектор! О, черт! СОК-Т на пути! Вот и точка эвакуации. Наконец-то. Блин, теперь-то что? Бурум-бурум, ты на лесу! Спокойно. Американские войска, мне место в Пакистане. Тяньчжао, он воевал вместе с моим отцом в Афганистане. Мы против Китая ничего не имеем, генерал Джао. В Пакистане нас интересует лишь Рауль Менендес. Значит, у нас общие интересы. Но учти, американец, если истинная причина Рауль Менендес, мне незачем тебя убивать.
Asegúrate que toda la inteligencia relacionada al дрон esté disponible antes de nuestra próxima discusión. Китай готов выложить миллиарды за этого дрона. Buen fortuna de Falco. Хорошая карма. Кибероружие. Стоп, вот. Боджа, ты видишь? Сравнить с логотипами действующих организаций США. Совпадений нет. Сравнить по всему миру. Постой минутку. Это колосс. Это самая карма в плавучем городе. Вот как им удалось так близко подойти к материку. Салазар, готовь оперативную группу. Выдвигаемся через 60 минут. Сообщи адмиралу Бриксу. Мы подбираемся к Менендесу. Но чтобы его опередить, надо получить ответы из первых рук. Сначала главное. Карма. Икар-9, садитесь на седьмую площадку. Держите курс, все хорошо. Принято. Икар-9, начинай снижение. Частота открытая, Фарид. Мы все слушаем. Ладно. В удостоверении указано, что вы профсоюзные инспекторы. У вас будет доступ в большинство помещений, кроме самого нужного. Для компьютера архивного управления действуют повышенные меры безопасности. Доступ осуществляется через сканер сетчатки. И вот тут нам поможет Зиги. Архивный компьютер – наш шанс найти карму до того, как это сделают люди Дефалк. Фарид, удалось получить доступ к личным делам? Пока нет. Слишком сложный метод шифрования. Ты сообразишь. Я в тебя верю. Конец связи. Так вот как живет тот самый 1%. Надо сказать, если бы не задание, снял бы я сейчас себе горячую девочку. Забыл о Пакистане? Морда у тебя больно страшная, Харпер. А морда тут ни при чем. Зато все остальное при мне. АСД, думаешь, они ждут проблем? Это самый богатый город в мире. А значит, это отличная мишень для Рауля Менендеса. Спокойствие. С места! Сканер обнаружил наличие опасных материалов. Дум, это простое недоразумение, ладно? У нас внизу ремонт полным ходом, наверное, это оттуда. Сэр, пожалуйста, оставайтесь на месте. Питерс, не подойдешь сюда? Надо разобраться. Вот блин, ботаник. Я уж думал, нам точно каю. Расслабься, Харпер. Я же говорил, защита сработает. Сканеры ничего не увидели. Теперь предъявите удостоверение и проходите. Здорово, мы из профсоюза. И это все. В колоссе у народа не так много дел. Это еще что? Это автоматическая система. Ее запускает удостоверение. Блин, мы все попадем в ад. Ну и место Менендес выбрал, чтобы спрятать эту карму. О, нифига себе! Невероятно просто, правда? Как думаешь, а во сколько обойдется тут выходные провести? Ты столько и за год не заработаешь. Без балды! Неудивительно, что Менендес это поддерживает. Харпер, проверь этаж. Мы с Салазаром отправимся к точке проникновения. Понял. Как дела, красота? Пошел ты, мудак. Пока. Все нормально.